Эти молодые люди каждый день трудятся на рисовых полях. Выращенный ими рис можно собирать в течение нескольких сезонов. Рис, который мы посадили в 2021 году, дает урожай уже 3 года подряд. Это замечательный результат. Этот многолетний рис получился после скрещивания однолетних китайских сортов с многолетним диким рисом из Африки. После окончания университета я приехал сюда с группой молодых ученых принять участие в исследованиях по селекции сортов риса. Молодой человек, семена, которые вы мне дали, очень хорош. Теперь мне не нужно каждый год перепахивать поле и сеять. Я могу теперь один ухаживать за рисом. Я очень рад. Когда будет выведен новый лучший сорт, я вам его тоже дам. Договорились. Давайте проверим сначала, сможет ли этот сорт пережить зиму. Я думаю, что все будет в порядке. Отлично! Тогда мы проверим рис на других испытательных станциях. Сегодня я готовлю ужин для всех. Я собираюсь починить крышу, иначе нам снова придется сидеть дома под зонтиком. Ужин уже готов. Рис, который мы выращиваем сами, совсем неплох. Ужинайте быстрее, позже у нас будет еще собрание. Постараемся к 12 закончить. Даже если исследование идет медленно, а условия сложные, мы не будем сдаваться. Благодаря семенам, которые вы вырастили, нам удалось сэкономить с каждого гектара по 600 юаней по сравнению с предыдущими годами. К тому же нам не придется привлекать к работе около 70 рабочих каждый сезон. Мы помогаем фермерам. Наши семена дают большой урожай для крестьянских хозяйств по всему миру. У вас большие планы. Лаос, Таиланд, Уганда. Наши семена были посеяны на землях стран-участниц инициативы «Один пояс, один путь». Я готов решительно продвигать это достижение на благо всего человечества и внести свой вклад в построение сообщества единой судьбы человечества. Впервые выращивать рис стали именно на территории Древнего Китая. Сейчас китайский рис кормит 60% населения земного шара. Рис из Китая изменил мир. –